Здравствуйте, меня зовут Эльмира Набиевна. Я преподаватель Ассоциации репетиторов. Имею высшее образование по специальности учитель русского языка и литературы, учитель начальных классов. Прошла обучение в учебном центре русского языка МГУ по специальности русский язык как иностранный для детей. Получила свидетельство Московского центра качества образования с достигнутым уровнем выполненной работы высокий. Помогу вашему ребенку устранить пробелы в знаниях по школьной программе, исправить почерк, научить детей на фонах русскому языку и, кроме того, познакомить их с русской культурой в том объеме, которым ею владеют российские школьники. Занятия проводятся с учетом поставленной цели, а также с учетом психологических особенностей каждого ученика на онлайн-платформах Zoom, Skype, индивидуально и в небольших группах до 5 человек. На своих занятиях я жду мотивированных учеников, которые хотят учиться. Тогда вместе мы достигнем высоких результатов.